Одним из первых клиентов ярмарки социальных услуг стал Валентин Балденко. Преподаватель велосипедного туризма и изобразительного искусства в Институте третьего возраста сел в парикмахерское кресло и попросил волонтера, как художник-художника, не бояться экспериментировать. В итоге новая креативная стрижка быстро и бесплатно. По мнению Валентина Балденко, ярмарка социальных услуг – мероприятие необходимое, на которое многие люди, оказавшись в сложной жизненной ситуации, получают реальную помощь и поддержку. Во-первых, кому-то в очереди где-то стоять проблемы, кому-то финансирование сейчас современных, цены большие на стрижку. Вот, поэтому оказание помощи – это дело полезное друг для друга. И воспитание молодежи в духе волонтерства, ну и старикам помощь. Для многих посетителей ярмарка социальных услуг – настоящая отдушина в мире постоянных стрессов и проблем. На мероприятии у людей была возможность не только бесплатно подстричься, научиться оказывать первую помощь и принарядиться. На ярмарке гости в уютной обстановке за чашкой чая общались с волонтерами, принимали терапию от клоунов и искренне радовались. Порой и этого достаточно, чтобы почувствовать себя нужным. Также в ходе мероприятия посетителям было предложено учиться такой услуге, как кинестетикс. Кинестетикс – довольно новое направление и представляет собой оказание услуг по уходу на дому за больными лежащими людьми. У нас сейчас есть волонтеры специально обученные, которые уже свои навыки могут передавать другим и обучать волонтеров и население в том числе. В числе волонтеров – учащиеся колледжа сферы обслуживания, а также студенты БРГУ имени Пушкина. Кстати, именно в волонтерском центре Красного Креста родилась идея ярмарки социальных услуг. Проект полностью оправдал себя. Доказательство тому – пополнение рядов добровольцев, которые по зову сердца помогают людям не потерять веру в себя, а также показывают, что добрые дела все еще делаются.